Проблема недоступности сотовой связи волновала население Игнатьевского сельского поселения. Инициативные жители неоднократно обращались с жалобой на плохую сотовую связь и вытекающие из этого неудобства. Но сейчас эта проблема разрешилась. Здесь установлена вышка сотовой связи оператора компании МТС. В основном одна наша радость вот сейчас для всего населенного пункта, для всего населения, то, что у нас появилась вышка сотовой связи МТС. И благодаря обращениям наше совместно с главой района мы обратились в Минэкономразвитие, чтобы нам помогли в реализации этого проекта. Ну, на данный момент у нас сейчас 4G, нормальная связь. Ну, так как на данный момент все, что у нас, и учеба, и работа, все завязано на интернет. Для нашего населения это очень хорошее подспорье. И вот запустили, и сейчас, на данный момент, люди пользуются ей, могут и звонить. И тем более, большая радость, то, что это перед Новым годом, и поздравительные, как говорится, адреса людям приходить будут, и люди сами могут куда-то хотят звонить. А то было мучение, нигде не, везде бегали, искали связь. Ну и в ближайшем будущем у нас намечается оптоволокно, оптоволоконная связь. Ну, на данный момент идут согласования с землями арендаторов, по которым будет проходить эта оптоволоконная связь. Будет у нас точка доступа на почте, в администрации, и ФАП подведется. А точка доступа с почты уже через Ростелеком уже будем разводить желающим нашего населенного пункта. Ну, вот такие вот небольшие у нас радостные события происходят на данный момент, на данном этапе. Ну, будем надеяться, будем со своей стороны делать все, что нужно для блага наших людей, на благо нашего населенного пункта.